Блять, не там резнулся. А, нет, там, нормально. 500 рублей на него зря. Зря, конечно. Надо было брать его. Хотя, ну, если вот попадаешь куда-то вот в топ. Он 3,7, если ты прям 2,7 куда-то попал, то, возможно, он сможет что-то сделать. А так, уже прошло его время. Не очень приятно сейчас. Открытая, плюс объемные снаряды. Печаль, беда. Давай влетим в кого-нибудь. Главное, шерманы и 3-4, и КВшки. Пазики-то они довольно легко лопаются. Нитка, да? Блин, я должен успеть, слушай. В ствол попал? Смотри, давление прокнуло. Ля, это мне не нравится. Сколько народу здесь? Да он будет проезжать, нет? Что? Да куда ты? Куда ты? Какой-то пазик вообще. Мне не даст ничего сделать, слушай. Выйдешь? Другой выйдет. Ну, лагот чел приехал. Лаго приехал. О, еще штук. Почему снаряд взводится? В воздухе. Вот это мне не нравится. Снаряд закончились. Снаряды закончились. Ну, блин, это долго, слушай. Сейчас я пока пополнюсь. Пока там тип приедет. Может, проедет, нет? Стой дальше, отдыхай, дорогой, отдыхай. Это зенитка, которая ни хера не дохнет ни с фугаса, ни с камерника. Надо через заднего играть, получается. Штук закроет его. Ой, бомба, бля, пизда.
105. Но я буду долго заряжаться. Я буду очень долго заряжаться, скорее всего. Слушай, а тут работает такая фишка, как на этом, на визеле. Можно ли зарядить все птуры, просто отстрелив? Снаряд на точке. Последний. Когда он до конца пройдет, мы отстрелим последний снаряд. Если получится, то получится. Сломали ее. Смотри, как она заряжает. Видел прикол, как она залагала? Нет, не работает, короче. Затроила, бедняга. Не, фул БК сразу не закидывает. О, ну поехали. А на визеле, кстати, работает. Фул БК можно взять. А как я танканул? Я не знаю, как я танканул. Он выехал, выстрелил, как бы. Он даже без маркера был. Просто тупо был без маркера. А тут еще кто-то один был. Да, там еще есть. Да, это жестко было. Привет, он доменталь. Да. Пробитие. С правой стороны это был танк. А, он на С прямиком ворвался и порвался, да? Ну, понятно. Нету КВшек, есть экипазики. Ну, и, кстати, не без везения. Не без везения обошлось. Привет всем танкистам. Танкистам. Привет, Максим. Привет всем, кого не видел, всем хай. Ну, слушай, вот в таком бою, если ты в топе, как бы, то нормальная тема. Минимум шерманов. Шерманов нет, КВшек нет. Каких-нибудь прям особо сложных противников нет. М3 куда-то был. Куда-то он убежал, я не знаю куда. СМК. Да. Поехали, догоним его. Поехали, догоним. Ну вот. Повезло. В топе против лоу-скиллов попал каких-то новичков. А если бы попал повыше, реально на КВшке, на 3-7 куда-нибудь, на какой-нибудь, то было бы, конечно, больно, скорее всего. Не бы меня наказали. Мне и так очень сильно повезло. Я не понимал, почему снаряд взводится иногда. Видимо, хитбокс самой техники очень большой, и я когда стреляю над ним, попадаю в хитбокс, и все. Газон. Поехали за ним. 16. Ну, возможно, будет 17, но не будет 17. Потому что очки начали быстро очень утекать. Хотя он на меня едет, но... Я не успею. А, нет, не на меня он едет, он там стоял. Ну, нормально. Привет, Константин, привет всем.